Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Запорожья. Мы поговорим о первичном, вторичном рынке. Мы также попробуем разобраться, что такое колебания и что такое тенденции рынка недвижимости. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Запорожья в разрезе административных районов. Традиционно в начале видеоролика говорим о колебаниях, это краткосрочные процессы, которые происходят на рынке жилой недвижимости города. Период исследования март-апрель 2021 год. Мы видим, что за период исследования и больше всего подорожала жилая недвижимость, мы говорим о классе социальное жилье, вторичный рынок в заводском районе, плюс 0,53%. И составила в абсолютных цифрах $377 за квадратный метр. Ну и меньше всего подорожала жилая недвижимость в Александровском районе, плюс 0,41%, что в абсолютных цифрах показало $488 за квадратный метр. Мы продолжаем говорить о классе социальное жилье. Это квартиры, построенные в период с 1950 по 1992 год. Внизу я даю вам ссылочку на классификатор, для того, чтобы вы могли посмотреть, какими характеристиками наделены те или иные, в общем-то, квартиры, которые относятся к тому или иному классу. Мы видим, что в апреле месяце стоимость квадратного метра в целом по городу достигла $441, что показало нам динамику незначительного роста, плюс 0,46%. Следующим слайдом мы с вами будем говорить о квартирах эконом, комфорт, бизнес-класс. Напомню, друзья, еще раз внимательно слушайте меня. В выборку попали три класса. Вот это среднее арифметическое число по трем классам. Итак, мы видим, что в апреле месяце по трем классам средняя стоимость квадратного метра достигла $561, что показало также незначительную динамику положительного роста, плюс 0,18%. Также можете посмотреть классификатор и почитать, какими характеристиками обладает квартира эконом, комфорт или же бизнес-класс. Ну и давайте, наверное, разберемся, что происходило на первичном рынке. Это квартиры также эконом, комфорт, бизнес-класс. В выборку попали три класса. И вот здесь мы уже будем говорить о среднеарифметическом числе по трем классам. Мы видим, что стоимость квадратного метра $373. Напомню вам, друзья, что первичный рынок продается за гривну. Для удобства вашего мы переводим гривну в доллары. Для того, чтобы вы могли сравнивать, что происходит на вторичном рынке, где все продается в долларах, и на первичном рынке. То есть мы в одной валюте вам даем информацию. Мы видим, что за период исследования, в общем-то, не произошло ни повышения, ни снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке. Ну, друзья, пришло время, в общем-то, разобраться с тенденциями, с колебаниями рынка недвижимости, также, наверное, о перспективах поговорить. Мы видим такой интересный график рисунок. Мы будем говорить о периоде исследования. Это у нас апрель 2020 год, видим $440 за квадратный метр. И уже в апреле 2021 года $441 за квадратный метр. Смотрите, какое интересное за 12 месяцев путь прошел рынок недвижимости с точки зрения, так сказать, ценообразования. Да? Ну, давайте попробуем вспомнить, что происходило. Ну, во-первых, 2000 немного ретроспектива. 2019 год был годом, когда рынок жилой недвижимости показал в целом по Украине где-то больше, где-то меньше, порядка 5% роста. И 2020 год до апреля месяца тоже мы видели незначительный рост. И вот в апреле месяце рынок недвижимости отреагировал на кризис мировой, триггером которого был, как вы помните, COVID-19, отреагировал рынок снижением незначительной стоимости квадратного метра на протяжении 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев. Ну, уже это, друзья, можно назвать тенденциями. Но мы видим, что с января месяца, уже 4 месяца, рынок также начинает нам показывать, в общем-то, положительную динамику роста стоимости квадратного метра. С чем это связано? Я, в общем-то, продолжаю считать, что это тенденции, вернее, колебания. На колебания влияют внешние факторы, в общем, которые никаким образом не связаны с
экономическими показателями рынка недвижимости. Напомню вам, что на тенденции влияют вот эти экономические показатели, которые находятся внутри системы или внутри рынка недвижимости. О колебаниях, потом вернемся к тенденциям. В конце, в начале года, да и сейчас тоже я наблюдаю, многие говорят, обсуждают бурно растущий рынок недвижимости Украины, жилой. То есть такой феномен, да, везде все плохо, а у нас рынок недвижимости растет. То есть человек, который продает свою недвижимость, он мониторит рынок недвижимости. Естественно, он понимает, если он адекватный, да, что ему говорят, что все растет, он поднимает стоимость квадратного метра на свой объект недвижимости, который продает. Ну, это мое предположение, почему мы видим вот на протяжении где-то уже 5 месяцев, где-то 4 месяцев, в разных городах по-разному, вот этот рост стоимости квадратного метра. А теперь о тенденциях. Смотрите, какие факторы влияют на развитие рынка и характеризуют его состояние. То есть я продолжаю говорить, что рынок недвижимости находится в кризисе. И такие показатели нам, в общем-то, характеризует состояние кризиса. Первый показатель – активность рынка недвижимости в целом по Украине снижается. Второй показатель – это показатель спроса, количество купленных квартир и в целом недвижимости также снижается в Украине. Третий показатель – практически отсутствие ипотечного кредитования. Где-то вчера, по-моему, прочитал в новости Национального банка Украины, что по льготной ипотеке было выдано на всю Украину 240 кредитов. Ура, друзья! Мы идем правильной дорогой. То есть это просто сумасшедшее количество ипотечных кредитов было выдано по программе, которая называется льготная какая-то. Да? То есть мы констатируем факт, что у нас нет ипотечного кредитования. Четвертый показатель. С 2018 года снижается ввод в эксплуатацию нового жилья. То есть это первичный рынок находится в кризисе. Да? Ну и это все как бы причина, да, и следствием, естественно, должно что? Снижаться стоимость квадратного метра на вторичном рынке, потому что вторичный рынок продается в долларах. То есть вот так, такая картинка полностью появляется, состояние рынка. Но, друзья, если мы вот на протяжении там, 8-9 месяцев будем наблюдать рост стоимости квадратного метра, при этом все показатели будут, опять же, нам говорить о кризисе в рынке, на рынке недвижимости, я сейчас говорю о вторичном рынке, то здесь, наверное, придется, в общем-то, говорить о том, что ну, мы или экономика Украины вписана в глобальный экономический мир. И в последнее время мы наблюдаем в лежащих странах европейских, да, куда мы очень сильно хотим попасть, наблюдаем, что правительство это последний год буквально заливает свои экономики так называемыми вертолетными деньгами. То есть печатают деньги, которые не подтверждены ни товаром, ни услугами. В Америке происходит то же самое. Там на триллионы напечатано новых денег. Да? В силу того, что мы вписаны в глобальный вот этот экономический мир, я так подозреваю, что, ну это пока только предположения, да, мои, что вот эти деньги так или иначе попадают к нам, в Украину. Почему? Потому что ну, мы видели такое, и имеем явление негативное, как трудовая эмиграция. Да, у нас порядка 15 миллиардов долларов в год приходит в виде ну, от трудовых иммигрантов, эти деньги отправляют на родину, в Украину. То есть колоссальная сумма денег. То есть я это веду к тому, что может так получиться, скорее всего так оно и есть, что вот эта девальвация или обесценивание доллара, там, евро, да, также влияет на рынок. Мы знаем очень хорошо на примере первичного рынка, где давно находится он в кризисе, но стоимость квадратного метра растет в гривне. Почему там происходит это? В двух словах, буквально обесценивается национальная денежная единица, то есть печатается больше денег, чем товаров и услуг. И это давно уже происходит у нас с национальной денежной единицей. Да? Естественно, все меньше товаров и услуг люди могут купить за эту самую гривну. То есть гривна обесценивается, включаются инфляционные процессы. Именно поэтому мы видим, что в гривне на протяжении уже многих-многих лет стоимость квадратного метра на первичном рынке растет. И похоже, та же самая история получится у нас и на вторичном рынке, где, в общем-то, доллары становятся
как любили раньше говорить при Советском Союзе, деревянной денежной единицы, деревянной валюты. Но опять же, друзья, это мое предположение. Только этим я могу объяснить, почему на протяжении 5 месяцев мы видим незначительный рост стоимости квадратного метра практически по всем областным городам Украины. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать, особо умные и одаренные, ну, могут посылать сами знаете куда. Но, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости.